86 сантиметров. Стив кикбоксинг. Вице-чемпион боев по правилам ТНА на Кубок Татнефть 2011-2013 году. Чемпион мира Бако. Чемпион Азии Бако Про. Двукратный победитель Кубка мира по версии Бако. Провел 39 боев. Друзья, одержал 37 побед. Нокаутом 25. Всего 2 поражения, ни одной ничьи. Блиц-опрос. Больше всего я боюсь конца света. Макс, да не будет никакого конца света, успокойся. Всем советую заниматься спортом, а вот это правильно. Для полного счастья мне не хватает дочки. Что ж, папаша, надо стараться. Лучшее место на земле – родной дом. Я горжусь тем, что у меня есть сын, конечно же. И давно хотел признаться, что я люблю свою жену. Браво! Максим Смирнов из России. Возраст 27 лет, вес 70 килограммов, рост 175 сантиметров. Стиль кикбоксинг. Двукратный чемпион мира Вако Про, чемпион мира R1. Победитель турниров Clash Champions Challenge. Румыния, Muay Thai Mania Fight, Нидерланды. Super Combat New Heroes, Австрия. Провел 37 боев, одержал 35 побед. 22 нокаута в его послужном списке. Всего 2 поражения, ни одной ничьи. Я горжусь тем, что я спортсмен. Несправедливо, что ты боксинг не олимпийский вид спорта. Абсолютно согласен с тобой. Для полного счастья не хватает денег. И здесь ты прав. Лучшее место на земле – дом. Самый странный поступок, который я совершил, прыгнул в 4-метровую яму. Странные бойцы. Один кота побрил. Середина. В 4-метровую яму прыгнул. Ну что ж, слава богу, что вылез оттуда. Первиз Абдулаев, Кобра из Азербайджана. Правила знаете, да? Без захватов, без ударов. Уважаемые друзья, еще один бой. Полуфинал, весовая категория до 70 килограммов. Двукратный финалист турнира «Бои по правилам ТНА Кубок Татнефть» Максим Смирнов сейчас сделает очередной шаг к вершине, но для этого ему придется сломить сопротивление Фариза Абдуллаева, азербайджанского спортсмена, который в самый последний момент заменил победителя, действующего чемпиона турнира Энрике Гагохия, который по неизвестным нам причинам из турнира выбыл. И, собственно, Фариз Абдуллаев был призван заменить украинского бойца. А какой бой мог бы получиться? Гагохия Смирнов. Финал, который был в прошлом году. Да. Но тогда мы помним, что Гагохия Смирнова шансов не оставил никаких. Совершенно верно. И было бы интересно посмотреть, на самом деле, на матч-реванш. Потому что, я думаю, он получился бы другим. Вот что мне еще нравится в Максиме Смирнове, это то, что он никогда не выступает ниже своего уровня. То есть вот он
всегда держит вот эту самую планку, которая у него есть, да? Есть бойцы, которые сильнее, безусловно, да, тот же самый Гогохин, да, мы все это прекрасно видели. Но, например, я помню Максима Смирнова по его поединку на турнире в Чебоксарах, да, когда он вышел просто и вот на классе разобрал соперника в первом раунде. Он никаких вопросов не оставил. Ну, ты знаешь, все равно обидно, вот когда смотришь, что такие бойцы, вот бесподобная техника, отменное чувство тайминга, передвижение, мы все это видим. И потенциал у него просто безграничный, но вот когда... Год за годом боец выступает именно, как ты говоришь, на одном и том же уровне, все равно становится обидно. Да, он не падает, но он и не повышается. Хотя я вот убежден, что как раз-таки Максим Смирнов может как выступить гораздо успешнее и не только в рамках турнира TNA на Кубок Татнефть. Максим Смирнов избирает свою привычную тактику, очень легок на ногах. Постоянно раздергивает, постоянно финтит. Очень зрелищный боец. И вот, пожалуйста, его коронный номер. Это удар с разворота ногой в туловище по печени. Кстати, в Чебоксарах он бой выиграл именно так. Этот турнир мы показывали. Напомню, что там четверку выиграл Константин Тришин. Тоже очень хороший, очень сильный боец. Но там у него конкуренции тоже особенной не было. Вот опять, пожалуйста, Максим. Своей красе. Опущенные руки, такой Рой Джонс от кикбоксинга именно здесь, да, потому что, конечно, с Энрике Гогохи подобный номер не прошел бы. Как раз Энрике Гогохи стал заложником вот этого стиля, когда вышел биться против Джабара Аскерова на турнире легенды. Это да. Перебивал, да, вот согласись, тогда он перебивал Джабара в каких-то эпизодах, да, переигрывал эпизоды на ногах. Я согласен, но да, пропустил но... сильнейший удар, оказался в тяжелейшем нокауте, собственно. Джабар использовал свои козыри. Это мощный, жесткий удар. Кстати, Джабар дважды выигрывал этот турнир TNA Battle Royale. TNA Кубок. Ну, Джабар сейчас, конечно, вне конкуренции в этом весе. И это было просто заранее ясно. Ну, в России так уж точно. В России, да. Я имею в виду как раз-таки наших бойцов. Слабая печень — это опасно. Согласитесь, друзья, слабая печень — это вообще даже для боев-то не очень хорошо. Слабую печень на праздниках зарабатывают. Вот здорово, вот это классно было. И мы видим, как почувствовал Борис Абдуллаев этот удар. Четко он пришелся. Вообще вот этот удар ногой с разворота по печени, его еще хорошо проводить навстречу, когда человек пошел под правую руку. Вот туда короткий, но очень мощный тычок ногой в печень, и нокауты бывают очень красивые и очень тяжелые, кстати. Да-да-да, что-то задержался там Парвиз Абдуллаев, но, видимо, надо было еще несколько секундочек, чтобы отдышаться. Максим Смирнов против Фариза Абдуллаева. Весовая категория до 70 килограммов. Второй раунд. Полуфинал под номером Д. Но здесь уже что? Здесь уже бои по правилам ММА пошли, я так смотрю. Да-да-да, Руслан Мухарлямов предупреждает. Без борьбы, друзья, без борьбы. Так. Борьба должна быть, но в рамках правил. Заводится Максим Смирнов. О, хороший удар сейчас. Почтальончик такой, да, влетел туда сейчас. Да, и вот Максим, пожалуйста. Опять же, очень легок на ногах, очень подвижен, но периодически заигрывается. Вот так опускает руки, и тут же из угла следует команда «Максим, руки повыше». Ну, я думаю, что если пропустит несколько раз, руки сами поднимутся. Хотя, между прочим, Максим Смирнов может драться и по-другому, мы это помним. То есть он может отходить вот от этой тактики порхания по рингу, да, он может жестко встать на ноги и начать драться. Потому что мы это тоже видели. Помним мы, как здорово Максим Смирнов в прошлом году нокаутировал Намбуакана Лека. Помнишь, Давид, да, когда в первом же раунде он такой тяжелый нокаут сделал тайцу, что его потом на носилках уносили.
Нет, Максим, безусловно, яркий боец. Сейчас мы это видим, его и публика любит за это. Умеет он устроить шоу. В четвертьфинале Максим Смирнов справился с представителем Чехии Михалом Крчмаром. Очень крепким бойцом. Не получилось у Максима тогда нокаутировать Михала Крчмара, но надо сказать, что и чешский боец сопротивлялся очень достойно, и были у него также удачные моменты определенные, но все-таки Смирнов был поинтереснее. Хорошо, сейчас, по печени, здорово! Повторить надо бы. Вот на контратаках также Максим очень здорово действует. Пробивает он серию ударов, уходит на безопасную дистанцию. Снова пробивает, снова уходит. Борис Абдуллаев, кстати, пытается отвечать ударом на удар. Нет, но здесь Максима очень сложно поймать, когда боец так передвигается, постоянно никогда не застаивается на месте. Всегда в движении. Вот посмотрите, что делает Максим, он постоянно в движении. И вот хватает и дыхалки, и выносливости вот так работать на протяжении всех четырех раундов. Ну а с другой стороны, если он встанет, зажмется, то и силы будут быстрее уходить. Ты же сам прекрасно понимаешь, что да, вот есть эта неуверенность, да, которая сковывает, она тоже калории отнимает прилично. А так Максим абсолютно расслаблен, такой вольный художник в ринге. Но опять же, он работает так, потому что Парвиз Абдуллаев позволяет ему так действовать. Есть бойцы, которые ему это не позволят сделать, которые просто пойдут и сломают, которые найдут способ сделать так, чтобы обрезать ему углы все, чтобы лишить его пространства вот этого самого. Вот навстречу очень неплохо поймал Максим своего соперника, проваливает его атаки. Вот здесь очень здорово попал ногой с разворота по туловищу опять Максим Смирнов. Третий раунд, друзья. Попытка пробить разворота от Парвиза Абдуллаева. А вот, вот так, и Максим все-таки решил подраться, решил принять игру оппонента, потому что Парвизу нужно именно это. Не получается. Почему бы и не попробовать, в принципе. Но у Парвиза сейчас единственная возможность, да, это вот каким-то образом зажать соперника в угол и там попытаться с ним подраться, да. Первое правило, если ты проигрываешь скорости своему оппоненту, ничего не получается,